Друзья, снимаю большой двухспальный апартамент, деревня Шкарпиловцы, 1 километр до моря, последний этаж. Сейчас увидите, какой здесь потрясающий вид. Вот. Сейчас это все на акте 15. Вот это большой достаточно санузел. Вот. Заходим. Этаж последний, поэтому здесь балки, конечно, есть. Вот, это тут будет встроенная кухня, да, большой такой зал, и это спальня. Спальня достаточно светлая, окна вот такие вот скошенные, да. Да, здесь, конечно, все пока доделывается еще, место под климатик, кондиционер. Здесь большое место под встроенный шкаф. Вот. Напоминаю, что апартаменты здесь стоят от 20 тысяч евро. Это за студию. Вот. Все по ценам за другие апартаменты нужно выяснять. Значит, смотря что выберете, пишите, что интересно. Дадим вам планировки, дадим вам цену. Вот это вот выход на балкон. Вот. Посмотрите, какая красота. Это вот понятно, что уже последний этаж. Вот. Море вот прямо перед вами по курсу. Вот. Слышите, тут курочки, петушки поют. Все нормально. Здесь такое курортное местечко. По всему, значит, по всему селу построены гостевые дома, значит, жилые дома, многоэтажные дома есть. Вот, чуть-чуть подальше комплексы, комплексы курортные. Здесь дом для постоянного проживания. Вот, вид такой на бассейн, вид на речку. Вот эта вот речка прямо перед вами. Полноводная она бывает только весной. Вот. Поля, зелень. В общем, если нужно бюджетное жилье в километре от моря, до Варны, повторяю, 35 километров отсюда. Для житья постоянно это идеальный вариант. Для пенсионеров, хотя здесь есть и в деревне и школа, есть и детский садик, есть все магазины, ну вот, и море вблизи. Кому это все интересно, пожалуйста, пишите мне на почту. Почта, как всегда, внизу указана под видео. Всем пока!